Впервые за 26 лет компания «Тенгиз Шевройл» опубликовала план закупок на предстоящий год, сообщается на сайте Нацпалаты предпринимателей «Атамикен». Теперь все подобные данные о закупках компании находятся в открытом доступе. Как отмечено в информации, такой шаг со стороны крупнейшего предприятия является настоящим прорывом на пути к прозрачности и справедливому развитию рынка. Отмечу, средний объем закупок нефтегазовой отрасли в год составляет 4,5 триллиона тенге, из которых более 3 триллионов приходится на трех крупных операторов. При этом уровень казахстанского содержания составляет около 40%, а в закупках товаров менее 20%. По мнению представителей «Атамикена», увеличение содержания казахстанского продукта в госзакупе поможет развитию предпринимательства и экономики страны.